Я приветствую всех на своем канале, с вами Каиса. Я продолжаю проходить прототип третьего Гекса от 8 февраля 99 года. И мы отправляемся смотреть уровень Мифология, мой любимый уровень. Let's get it on. Так, что было здесь до? Так, ну музыка на месте, это хорошо. О, нифига себе, какое расположение здесь было мушек. Сразу 14 штук. Вот это да. Какая мелодия шикарная, а? Так, а как эту мушку взять? Не с той стороны, что ли? О, взял. Этих деревьев с двух сторон эта мушка. Как тебя взять по-научному? А, вот, взял. Так. Ну что ж. Тут и бонусы тебе. Все тебе. Так, ну понятно, тут надо в таком прыжке это брать, видимо. Так, а как все-таки? Все, я все взял, что ли? Видимо, все. Так, ладно. Идем дальше. Смотреть. Этот уровень греческий, греко-римский, мифологический. Так, тут ваза есть. Опа, а почему вазочка пустая? Так, это работает. Отлично. Подвигаем колонну. Времени также мало. Дается. Так, вы что не даете? Хрень. Они даже не убиваются, представляете? Так, я могу сразу сюда проверить. Вазочки пустые почему-то. Жалко. Ладно. Здорово, чайник. Здорово, бесячая хрень. Так, ну тут надо разбить, судя по всему, да. Синяя муха, голубая на месте. Так, постараемся пройти это максимально честно. Так, замораживаем эту хрень. Тут нет чекпоинта. Так, идем разбивать колонны. С одной и с другой стороны. Так, все работает. Окей. Ну что ж, тут, кстати, есть. Сделаю сохраночку. Опять эти хрени тут. Вообще с ними ничего не сделать. Никак не взаимодействую. Ладно. Собираемся на крышу. Тут птица, да? Ну, здорово, птица. Так, первый дикон. Так, тебя не один раз надо ударить, это понятно. Три раза ее надо ударить, эту птицу, охренеть нужно. Даже три мало. Интересно. А сколько же раз тебе
5 раз ее надо ударить. Ребята, 5 раз, это охренеть можно. Мифология была жестче. Согласен. Так, на тебя надо сверху попрыгать. Этот телек еще не активен. Это понятно. Так, по-моему, нам надо взять... Ладно, пока пойдем так. На разведку сходим. Ой-ой-ой. Здорово. Кстати, тут нету тех, кого я обычно гоняю. Вот эти тоже мне вряд ли что-то дадут. Да, они бесполезные, пустышки. Так, попрыгаем по деревьям. Если сможем, конечно. Яблоко-то тут есть. Не знаю, как насчет яблока. Птица тут имеется. А где еще одна мушка? Только не говори, что я ее взял. Я ее не брал. Так. Спорный у меня момент. Брал или не брал это. Давайте лучше заново. Ой. Так, надо сначала этого чайника вшатать. 36. Как почему-то не допрыгнул. 36, должно быть 39. Значит, одна мушка улетела просто куда-то. Какого хрена? Почему 38-то? Опять одна пропала, как будто. Было же 36. Ну-ка, еще разок. Короче. Тут еще больше за погон. Вот, 36. Вот все, теперь нормально все стало. А то бы сейчас пропало, мушка просто. Так, ну тут понятно, что надо. Геркулесова сила. Так, замораживаем эту хрень. Почему?
давай быстрее. Есть, успел. Так, что я там пропустил? Лапку. Лапку я точно пропустил. Как мне ее взять? Вот так вот, да? Ну почему ты не туда двигаешь? Просто боюсь расколется раньше времени. Так. Ну я говорил, блин, взял да раскололся. Где ты? Где ты? Ну ладно, хотя... Кого я обманываю? Можно сделать так и не париться. Так, ну что ж, пойдем дальше. Надо сохраниться только. Я буду долго так прыгать. Так, еще три мушки, вазочка. Вазы пустые вот. Так, в кустах тут. Нет тут в кустах мушки. Так, а тут что? Хрена тут. Теперь забираться здесь надо, да? Так, ну это надо с разбегу. Пятьдесят три. Нормально. Да, убьем статую. Попробуем отправиться дальше. Так, тут, по-моему, надо со второй прыгать. Она меня сейчас могла скинуть. Тут опять надо со второй прыгать. Сохранку тут сделать. Так, ваза пустая, да? Да. Четвертая. Так, тут в воде. Есть ли что-то в воде? Ничего не вижу. Так, хорошо. Будем прыгать здесь. Ваза опять пустая. Так, греческая сила. Отодвигаем эту колонну. Так, это мы активировали еще один телек, значит. How about some of my 2-inch python tail? 61. А правильно ли? О, чекпоинт наверху там. Ни хрена себе. Ну, буду надеяться, что правильно. Так, здесь у нас что, жизнь? Жизнь нам не нужна пока. You mean I'm not 99.9% clean? Так, а ну-ка иди-ка сюда.
упал нахрен. Так, а тут что? По воде можно спуститься вниз, да? Зачем? Лапка здесь, да? Я ее даже не взял. А бонуса нету? Так, ну это мы сейчас исправим. Блин, а? Так, ну мне нахрен сюда не надо. Короче. Чекпоинт, да? Ну что ж, попробуем на дерево залезть опять. Две птицы. Так, кого-то я разгромил. Ну, что-то с мушками напряг какой-то, по-моему. Хрен его знает. Ладно. Пока что ладно. Могу я сдохнуть. 69. Лажи пустые. Кстати, вот на тех облаках ничего у нас нету. Да неизвестно. По-моему, была когда-то лапка, что ли. Что-то такое было. Сейчас ничего не вижу. О, мушки где-то. Это наверху. Блин, а сюда надо геркулесовую силу тащить, что ли? Ёлки-палки. Не, ну это не обязательно. Можно это и так сделать. 74, да? Неплохо. Так, желтые ворота пока закрыты. Стоять. Не надо падать. Не надо падать. Что такое? Что ж такой неустойчивый-то гекс? Камера это еще неустойчивая. Так, тут опять эта платформа, опять она есть. Я ее не хочу толкать вот. Я лучше так возьму. Таким способом бонус себе. Так, тут что у нас, вазочка, да? Вроде больше ничего нету. А, ну там греческая сила. О, здорово. Немного ли тут мух? А, вот так вот, да? Таким методом. 89 уже. Вау. Так, ну попробуем, я не знаю. Надо, короче, толкать вот эту статую. Ok.
Окей. А тут никто не летает? Блин, там жизнь. Пофиг на это ограждение. Так, тут можно открыть ворота вот таким методом. Или надо его уничтожить? Ну да, надо его уничтожить, ворота открываются. Лазочка пустая. Беспредел. Так, на крыше вроде птицы есть еще. Три мушки. Там лапка. Все как в релизе было. Так, ну отлично, здесь справились. Идем дальше. Пять мух осталось всего найти. Странно. Уже их будет хватать. Девяносто восемь. И вон, их даже тут больше. То есть мы пульт уже точно заработаем. Так, стоять. Лапку возьму, пожалуй. Да, мы заработали пульт себе. Ох, а тут есть путь к радуге. Три платформы. Странно. Что ж тогда за бета была? Зачем она была? Зачем столько мух, а? Игра. Так, ну я помню, что с тобой надо делать. Тут надо все еще мухи собрать, блин. Понятно, что надо делать, его надо заморозить. Его надо заморозить, надо взять яблоко. Это самый сложный пульт. Вот эти яблоки. Да куда ты двигаешь его? Арх. Ладно, ломаем систему. Три птицы. И яблоко. Активируем сложный пульт. О, он сам свалился. Так, ну сюда я, собственно, и пойду тогда. Тут еще, правда, одна птица есть. Зачем мне столько? О, кстати, а тут платформа. Они также стоят, как и в релизе. Тут что у нас? Тоже одна мушка есть. Зачем?
А это что такое за сооружение? Ого, а тут отличается. Такого не было. Ребята, тут ломать еще надо. Нифига себе тут обрезали. Тут реально обрезали кусок. То есть по-честному я должен тут еще был помучиться. Какое-то время. Так, а что у нас тут? А тут у нас телевизор. Вместе с жизнью, кстати. Сколько ты мне мух еще дашь? А мне еще и мухи дают, охренеть. О, ни хрена себе. Чекпоинт еще давали. Охренеть. Так, ну все, я, пожалуй, выйду в этот телевизор тогда. Ну да, не совсем честно я прошел это дело. Ну я так только посмотреть. Так-то понятно, что багов много. Так, ну и сейчас заберем другие пульты. Я не думаю, что имеет смысл опять перепроходить вот это все. It's tail time. Я уже два пульта взял. Так-то. Так, этот пульт у нас где, радуга? Нет. Этот пульт надо статую. Так, где у нас эти статуэточки? Так, а где они у нас были-то? Первая, по-моему, была где-то здесь. На крыше первая была. Вторая была здесь. Так, третья тут. Четвертая здесь. Пятая вот тут вот. Давайте выйдем в тот телек. Нет, это радуга. Это не тот телек. Так, ну и теперь путь к радуге. Путь к радуге, которого отсутствовал почему-то в бетке 25 февраля. Lock and load, little lizard. Пум-пум-пум-пум. Ну да, вот путь по радуге. Так, где это я? Да, это здесь, кажется. Не совсем. Вот, это тут у нас было. Сейчас все три платформы тут. Thank you.
понятно, короче. Так, а тут лапки имеются? Не имеются. Лапки тут не имеются. Ладно, все. Заканчиваем мифологию. Да, удивительно. Более полный уровень. Не обрезанный, как в релизе. Ну что ж. На этом сохраняемся. Пойдем в дерево, наверное. Так, можем вот так быстро перелететь. Да, вот этот Fairy Tale. Ну что ж, на этом благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Увидимся в следующем уровне. Пока-пока.